Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! Я теперь он кибермутант, все понятно. Он супермутант, кибермутант, кто угодно мутант, он себя прокачал, по нему же видно. Сейчас он отберет ключ уже на ключ. Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он драгоценный маленький мальчик. Постоянно ГГ кто-то вырубает. Бьют, поебалу дают, никогда не уворачивается. Ты главный босс игры, да, Вальц? Нет. Что значит нет? По-любому главный. А пока мы ожидаем следующего летсплейщика, я бы хотел рассказать про спонсора данного видеоролика. О бесплатной MMORPG игре Raid Shadow Legends, которая доступна для установки как на ПК, так и на телефон. На данный момент здесь присутствует более 600 доступных героев и огромное количество разнообразных боссов. В ней присутствует сражения с боссами, командные битвы, озвученная сюжетная кампания, а также режим подземелья, в котором будет необходимо одолеть 10 боссов для получения крутых артефактов. Давайте я расскажу вам про одного из них. Это страж цитадели тьмы Малик Кавара. Раньше он был жрецом света, но однажды его осенило, что свет – ничто без тьмы. Возможно, он и был прав, но другим жрецам было плевать. Они изгнали его. Тогда он отправился изучать магию тьмы. Главная тактика борьбы с Маликом – это справиться со всем ядом, который он выпускает, и пережить его способность, наносящую максимальный урон от яда за один раз при помощи бафов, защиты и лечения. Если вы сумеете снять с этого босса дебафы, то победа у вас в кармане. Ведь других скиллов в его распоряжении не так много. Недавно Raid выпустил обновление, в котором появился новый и самый большой босс Гидры. У него имеется несколько голов, и у каждой из них своя уникальная механика, а также множество бонусов ко дню Святого Валентина. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Так вы поддержите мой канал и получите бонус общей стоимостью в $30. Один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу наполнения энергии и главное, эпического героя Айна. Только поторопитесь, бонус будет доступен в течение следующих 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Ты ответишь за Лукаса. Это кто? Ты все на поводке. Вальц! Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Потому что он верный. Новые стимулы, положение. Сотрудник, судя по всему. Новые возможности. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, он выглядит слишком. Заткнись, Вальц. Теперь верни то, что украл. Он выглядит очень уверенным в себе. Или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! Ебать! Блять! Айдар, беги! Ты заплатишь за то, что сделал! Ебать, так он, получается, в себя вколол эту зомби-инфекцию и сам стал суперчеловеком. Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он
драгоценный маленький мальчик. Какой раз меня уже вырубают в этой игре? Третий? У меня постоянно одно и то же. Дежавю. И он меня не убил? Нет. Почему? Почему ты не убил меня? Ты ответишь за Лукаса. О, спасибо. Ты все на поводке у Джека Мэтта. Ой, это вальс. Фига. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности? Такой элитный. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Спасибо, Дэнчик. Блять! Что? Ого! Фига себе ты! Офи... Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он драгоценный маленький мальчик. То есть я ему нужен. Драгоценный. Хренов, шикарная сцена. Ладно, за это браво. Нет. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности? Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Ой, блядь! Чего вы ждете? Убейте его! Ебать! Терминатор, блядь! Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он... драгоценный маленький мальчик. Ну все, ребят, конец игры, видимо. У меня должен быть перелом, блядь, уже. От такой силы, которую он разъебывает. Нет. Так, получается, я ингибиторы не открою, да? О! Ты кто? Да кто это? Это вальс! А! Чего? Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять. А наша сестра? А реально, а наша Почему сестра? Его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности? Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Какой-то мутный тип. Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. У Айтера прическа, как у меня. Верни ключ, мальчик,
или вы умрете. Чё за угроза? Ого! Чего? Логан Клюшн хочет. Смотри, что делают! Не-не-не-не-не-не-не! Ой, подкиньте! Ты смотри! Ой, как ты больно! Ой, почему мы так не умеем делать, я не понимаю! Ты заплатишь за то, что сделал! Нет, отдай ключ! Мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он нас помнит! Он нас помнит! Драгоценный, маленький мальчик. Ой! Мало вообще, что происходит? А наш ебальник дубинку сломали. Хорошую дубинку, блядь, зачем? Ну, блин, наш ключ в ЭГМ, нет! Мразь! Нет. Он ебаная мразь.